Привет всем, я давно, наверное, один день ищу пещеру Херобрина или храм Херобрина. И не раз я его, ну, нашел и покажу, где он находится. Он находится в пустыне. Значит, в пустыне. Ну, видите, вот это он. Я сейчас зайду в него и посмотрю, ну, и покажу, что там находится. Вот так он будет. Ну-ка, что за вход? А, вы видите, это так, но его надо разбить. Вот, центральный вход. Дырка. Ломаем. Ну, осторожно, смотрите, там будет нужно льда. Надо быть очень и очень осторожным. Так, теперь спускаемся вниз. Вот, вот эти сундуки. У меня, видите, они забиты всякими вещами хорошими. Я их не буду брать, они мне не нужны. Так, я сломал плиту. Смотрите, вот тут вот будет эти динамит. Вот если вы нажмете на эту кнопку, на штуку, то придет вот чего. Так, идет ничего. Чушь. Все, подождите. Зайдет вещание, если вы попадете в эту ловушку. Все, все вещи.